успеть до завтрашнего утра? Успеем, наверное. Да вот только кому нужна эта газета? Как кому нужна? День Победы – это праздник каждого из нас. Хорошо. Напишем поздравления, пожелания. А что еще? А вот что еще. Фотография такая старая. А кто на ней? Это моя бабушка. Бабушка? Это же дети. Правда, они такие худые, измученные. Это концлагерь. Слышала о таком? Ну, слышала, читала, но мне это не интересно. Может быть, тебе это и не интересно, но мы обязаны помнить. Зачем? Потому что это наша история, и чтобы такое больше никогда не повторилось. А вместе с этой фотографией моя бабушка рассказала мне одну историю. Хотите, и вам расскажу? Давай. Шел апрель 1945 года. Тогда же советские войска были уже на территории Германии. Да, верно. История, которую я хочу вам рассказать, произошла в небольшом городе, Котбусе, в детском концлагере Грюнвальд. Советские войска уже были на подступах к городу, и поэтому немецкое командование лагеря решило полностью ликвидировать лагерь. Но там же были дети. Вместе со всеми находившимися в нем детьми. Какой ужас. Но этот страшный план им осуществить не удалось. В один из ночных налетов американский летчик, видимо, ошибся в расчетах и сбросил бомбу не на военный объект, а на лагерь. И что было дальше? Лагерь почти полностью был уничтожен. И все погибли? Нет. Оставшиеся в живых дети решили спрятаться в развалинах города и дождаться прихода Красной Армии. Это Рыжий, а это Света. Вы сами-то откуда? Как вас зовут? Был бы у меня автомат, я бы им показал. Тебе нужны. Это уже где-то в пригороде. Рыжий, подай фляжку. Фляжку. Зачем тебе фляжку? Все равно воды нет. Я тебе сказал, подай фляжку. Ты наверх собрался? Ты с ума сошел? Или ты думаешь, тебя принцесса встретит и биты дриты скажет? Может, еще и хлебушка завернута? Замолчи, а не то! Олег! Он прав, тебе нельзя выходить. Мы уже третий день в этом подвале. Если мы не достанем воду и продукты, мы все равно умрем. Так что выбор у нас небогатый. Хватит! Дай сюда флягу. А почему тебя зовут Рыжий? Ты ведь совсем не рыжий. Это меня мальчишки в классе прозвали. Моя фамилия Рыжиков. Вот они и придумали.
Вы с Олегом из одного города? Он мне рассказывал про Волжск. Да. Волжск у нас красивый город. А Волга? Мы с Олегом часто ходили на Волгу. На баржи смотреть. Представляешь? Солнце, вода, песок. И баржи посреди рек как. Слышишь? Кто-то идет. Спрячься. Рыжий, Света, где вы? Тут. Рыжий. Иди сюда, помоги. Сюда давайте. Это еще кто? Они из второго барака. Я их в соседнем доме нашел. Девчонка совсем от голода обессилила. Во втором вроде американцы были. Yes, yes. I'm from America. My name is Jack. I eat a leaf. Yes, yes, yes. Зачем ты их сюда привел? Нам самим есть нечего. Тут еще эти. Да как тебе не стыдно? Они ведь такие же, как и мы. А чего мне стыдиться? Я украл что-нибудь. Хватит болтать. Дай лучше и хлеба. Меня зовут Олег. Это Рыжий. А это Света. Рыжий? Red. Red Russian Army. Что он там про нашу армию лепечет? Ты хоть по-русски кумекаешь? Кумекаешь? Ну, разговаривай. Русский шпрей. Yes, говорить по-русски. Мой товарищ быть русский. Что с ней? Лис нужен док. Нужен медикамент. Если нет медикамент, лис, лис дай. Что он сказал? Что с ней? Он сказал, что лис умрет. Почему все так несправедливо? Вырваться из плена и умереть здесь, в сыром подвале, за пару дней до прихода наших. Олег, мы должны помочь. Должны, но как? Мам, маме, I'm so cold. Jack, where are you? Why? I don't see you. I'm scared, Jack. Don't be frightened, please. It's our friends. It's Russians. Friends? That's good. You know here, I had a little puppy. He was so funny. How good that my dad didn't let me take him to Germany. О чем она говорит? Она сказала, что у нее дома в Америке осталась маленькая собачка. И что very good. Что ее папа не разрешил взять ее с собой в Джорнале. Послушай, Джек, а как вы здесь оказались? Где? В Германии? Это очень просто. Мой отец был бизнесмен, а отец Лис – дипломат. Когда наш дипломатический поезд задержали, нас отправили в концлагеря. Как нам тогда сказали, в пункты рассортировки. Рассортировки. Вот гад! Ну ничего, им скоро всем придет конец. Ладно, давайте поспим немного. Как стемнеет, нужно будет выбраться наверх. У убитых солдат могут быть аптечки. А то ей совсем плохо. Знаешь, а ведь у вас в Америке
Такие же мальчики и девочки, как у нас. Если бы я встретила тебя в трамвае, ни за что бы не отличила. I don't understand. Зачем люди придумали разные языки? Ведь как хорошо было бы, если бы все говорили на одном языке. Каждый смог бы договориться. Никогда, никогда не было бы войн. Sorry, I don't understand. Ты засыпай, засыпай. Моя мама говорила, что сон – это самое лучшее лекарство. А у тебя совсем русское имя. Лиза. Лизавета. У нас соседку звали. Тетя Лиза. Олег, я слышал шаги. Нам нужно прятаться. Рыжий! Рыжий! Пойди проверь, только осторожно. Проверь! Проверь! Правильно говорит америкашка. Прятаться надо. Олег, лес не сможет идти. Значит, понесем. Ну что там? Немцы? Наш. 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 Лиз, открой глаза. Наши дождались. Наш. Да не те. Это девочки из лагеря. Видно, много сейчас пленных по подвалам шатают. Господи. Когда же все это закончится? Скоро. I'm cold. What's up with me? I've never thought that death is so cold. Jack, come to me. Jack, please, don't cry when the angels take me. It would be so cold there anymore. My mother told me that it's very nice there in heaven at no one's yours. When I become an angel, I will bring you a bread to you, to these Russian guys, to get from my barrack, to everybody. Что она говорит? Она сказала, что когда умрет, то спустится с неба и принесет нам хлеба. Скажи ей, что не надо умирать. У нас же есть еще немного хлеба. Нам пока хватит. А ночью я выберусь в город и достану много-много хлеба. Я так и знала, что в этом подвале кто-то есть. Вы откуда? Здесь, рядом. Еле добежали. Зачем вы вышли? Ведь сейчас светло. Нам девочка сказала, что фашисты обходят все подвалы в домах и расстреливают даже немцев за то, что воевать не хотят. Вот зверь. Был бы у меня автомат, я бы показал. В этом подвале еще кто-нибудь есть? Ну вот мы. А еще есть две девочки. Они маленькие. А может, они? Где эти девочки? Они там.
девчонки, вы бы сами город покидали. Ночью мы постараемся уйти. А пока нужно предупредить тех, кого сможем. Девчонки, берегите себя. Что случилось? Что говорили девочки? Случилось, случилось. Ты что, совсем бестолковый? Скоро здесь врицы будут, а он что, случилось? Что ж случилось? Капут нам всем случится. Что ты стоишь? Собирай ее скорее, уходи, пока нас здесь не прихлопнут. Олег, почему рыжий кричит? Олег, уходите. Лис не может идти. Мы будем хорошо прятаться. Ты здесь не спрячешься. Значит так, рыжий, бери Свету и уходите. А ты? Я остаюсь. Я не могу их бросить. Постараемся дождаться ночи и тоже уйдем. А еще нужны медикаменты. А где в лесу их взять? С ума сошел? Из-за каких-то американцев эту цель отправляют? Такие же буржуи, как и фашисты! No! Америка no фашизм! Америка воюет с Гитлером! Твое вообще слово последнее! Уходи, рыжий! Бери Свету и уходите! Не уйду! Пошли, Светка! Никуда я не пойду! Я останусь с ребятами! Лис, нужна помощь! Это только фашисты бросают своих. Ты меня фашистом называешь? Да знаешь, что я тебе за это сделаю! Уходи, рыжий! Каждый поступает, как считает правильным. Ну и уйду. А вы оставайтесь со своими америкашками! Нашел. А знаешь что? Расскажи мне про свою Америку. О, Америка is beautiful. Это самая прекрасная страна в мире. Если бы ты видел, какое у нас небо, а какие леса. Когда закончится война, я обязательно приглашу тебя к себе. И Свету? Of course, и Свету. Мы вместе поедем ко мне на ранчо. У меня за городом есть ранчо. Мне весь день кататься на лошадях. А вечером сядем на крыльце и будем смотреть на звезды. А мой папа будет рассказывать нам про другие планеты. Здорово! А потом махнем к нам на Волгу. Если бы ты видел, какая это река. Наверное, в целом мире нет лучше. Пойдем на речку, наловим рыбы, сварим из нее уху. Уху? Да, да, уху! А потом мама нам... Олег, почему ты замолчал? Они убили ее, маму, сестру. Олег, Лис совсем плохо. Я пойду наверх. Ну, мы пойдем вместе. Хорошо. Мы вернемся. Обещаю.
долго. Они скоро придут. Who are you? Are you Russian? Aren't you? Did you run away from the concentration camp? What is your name? I'm Liz. And you? А, я понимаю. Ты спрашиваешь, как меня зовут? Света. Светлана. Светлана? What's a strange name? Strange and beautiful. What a beautiful hair you have. When I become an angel, I will bring you as bright as the summer sky. And also, I will bring you a cake. Do you like cake, Светлана? Знаешь, ребята обязательно придут. Они принесут лекарства, и мы выберемся из города. Слышишь, канонаду? Это наши войска. Они уже совсем близко. Осталось немного только потерпеть. Тебя обязательно вылечат. Знаешь, какие у нас хорошие врачи? You know, Светлана, when I was a little girl, I really afraid to die. But now I'm not afraid. Only a bit cold. Отдохни. Ребята скоро придут. Обещаю. Немцы. Go, Blanc, go. Может быть, они спят. Немцы! Они уже в соседнем доме. Надо уходить скорее. Где Олег? Они ушли за лекарствами. Рыжий, зачем ты пришел? Я ж не фашист. Go, Harry. I hear German voices. Что она говорит? Она говорит, оставить ее здесь и уходить. Оставить ее? Одну здесь? И до конца жизни жить предателем? Что мы теперь будем делать? Все будет хорошо. Я знаю, как увести их подвал. Что? Что ты хочешь сделать? Есть у меня одно хорошее средство. Ладно, кочевайте. Может, свинется. Рыжий, постой. Как тебя зовут? Вообще-то Сергей. Спасибо тебе, Сергей. Навсегда. Еле к вам пробрались. Вход завален. Пришлось через вентиляционные люки карабкаться. Лекарства достали. В
Продукты тоже. Дня на три хватит. Жаль, Рыжий ушел. Вместе бы здесь наших подождались. Он не Рыжий. Он Сергей. Да я знаю. Просто мы всегда его так называли. Он там, в подъезде. У него была граната. Сережа Рыжиков. Потом был май, победный май 45-го. Усыпанные цветами поезда шли обратно на восток. И везли они с собой героев, людей, победивших фашизм. Из руин стали подниматься города, фабрики, заводы. Казалось, жизнь вернулась в прежнее русло. Только не вернулись в нее, в эту жизнь. Миллионы расстрелянных, удушенные в газовых камерах, погибшие на суше, в море, в небе. А сколько среди них было детей, обыкновенных мальчишек, девчонок, чье детство было перечеркнуто страшным словом – война. Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге. Не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. Не знаем, что такое неотопленное жилище и скудный военный паёк. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях, об атаках под шквалом вражеского огня мы можем судить только лишь по кинофильмам, художественным произведениям да рассказам фронтовиков. Наше детство счастливое и безоблачное. Мы не знаем, что такое голод, холод. Для нас война – это история. Но мы обязаны знать и помнить самые страшные ее страницы. Дети войны, дети войны.